Всем привет, это GBC, и сегодня у нас будет инди-хоррор, третья часть Live After Us, Fading Light. Я ни разу не играл ни в какую часть, не знаю, что это значит. Так, Escape, Shift, бежать. О, походу это будет страшилка какая-то. Press Escape to Menu. Так, я посмотрел, жизнь, это переводится как жизнь после нас, сумерки. А как нажать play? Что здесь вообще делать? Я ни разу не смотрел, не играл, ничего. F1? Ага, так. Прыгать, Узи. Exit Game F2, Tap, Пау, может. А паузу, это нифига себе, можно пауза. Это очень прикольно. Так, ладно, а как играть-то, алё? Иди нахер. Чё нажать-то? Так, вы... Ой, блядь. О! Уже можно играть, а я думал, да, это на что-то. Play. Play-то вы уметь. Опа. Так, что же нам предстоит здесь делать? Я, честно говоря, не знаю. Какой-то Архам, что-то знакомое. Ну, алло. Алло. Гараж, блядь. Знай. Так. О, какие-то листочки. Чего? Надо, наверное, взять. Что-то какой-то журный. Блядь, да рука появись. Блядь, а на русском нету? Короче, почитайте. Я не знаю, что здесь написано. Коллапс какой-то. Походу, что-то случилось. Так, еще какая-то записулька. Так, а ты садиться можешь? Блядь, не садиться. Ёбаный сос. А что это? Ёбаный рот, что такое было? А нахуй я побежал? Тихо. А, нет, ее просто. Короче, на паузе прочитайте, я не знаю. А туда провалиться, наверное, можно. Тихо, тихо, тихо. Так, ты все-таки как, что, садиться не можешь? Ты сука дал. Ёбаный стыд. Прямо диггеры какие-то. Слушай, это стена ведь. Эта пещера, видать, была обжита кем-то. Тихо. Где? Что за хуйня? Где я? Так, надо все обсмотреть здесь. Что за нахер? Если что, если монстр какой-то появится, ну нахуй, лучше сразу сдохнуть. Прыгнем куда-нибудь вниз. Так, а здесь интересно, сохранение есть? Тихо ты, ёбаный стос. Тихо. Так, ладно. Я надеюсь, ты не развалишься. Прыгаем. Ой, блядь! Чё за хуйня? Это что такое там светится? А кому понадобилось сюда крепить записки? Там что-то светится, ебаха, колотиха. Короче, хуй поймёшь, какая-то музыка. Чё это такое, ну ты нахер. Чё за звуки? Что это? Так, смотри, не ёбнись. Тихо, тихо. Что это, кристаллы какие-то? Что это? Кварц? Топаз? Алмаз? Что это? Я надеюсь, они не причинят нам зла. Привет. Бля, какие красивые. Очень топазы похожи. Ах, хрен его знает, может... Аквамарины какие-нибудь. Ой, блядь. Ух ты, ебаха, колотиха. Ну тебя нахер, а? А что делать? Эй. Красоёб-то, ты куда? Тихо. Бери, блядь. Короче, хуй, блядь. Ну ладно. Я надеюсь, вы успеете. Тихо, тихо, тихо. На паузе посчитать. Что это за чертилы были, а?
Куда бежать? Ёбаный стыд. Других, блядь, стрёмная атмосфера. Стрёмная... О, грибы! Нажмёмся и сдохнем, если что. Бля, что-то я ссу туда. Заходить, тебя нахер. Ты же не появишься здесь, а? Она здесь сверху, на нас никто. Ух ты, блядь, а там небо. Я думаю, мы в пещере в какой-то. А тут тихо. Тихо. Смотрим по сторонам, если в случае кто-то вдруг окажется сзади. Или сбоку. Бляха, какие красивые кристаллы. И грибочки. Тихо. Никого тут не прячется? Пока никого, да. А что, ты не хочешь ее почитать? Шарис, хал, там какой-то. Тихо. Кстати, я зря не читаю, тут может быть куды какие-нибудь, я не знаю, к дверям каким-нибудь. О, блядь. Это что, фонтан, что ли? Странный фонтан какой-то. Фонтаны обычно бьют одним сплошным потоком, а тут какими-то странными выплесками. Бля, что там темно. Умылись. Тихо. О-о-о. Да тут я смотрю совсем не радужно. Дивизии, это неспроста. Это, ребята, неспроста. Ты поосторожнее, икрами бабай. Тихо. Я надеюсь, сзади там нас преследовать никто не будет. Что, прикинь, как выскочит какая-нибудь хренотень. Бляха, тут бежать, тут камней столько торчит. Бляха, там что-то комната расширяется. Так, поосторожней, главное, мать её, ух ты, ёпорский бог. Сейчас подойду и точно какая-нибудь хрень выскочит из-за угла. Вот тут еще можно уйти, хер знает куда. Так, бери. Жамал какой-то, короче, почитайте, я не знаю. Тихо, дружок. Куда я иду? Налево пойдешь, пизды получишь, направо пойдешь, то же самое будет. Куда пойти? Налево. Наверное. Ой, я куда-то наверх пошел? Да ну нахрен. Тихо. Я сейчас случайно уйду. Куда это я иду-то? Что там? Что там наверху? Да это я залез-то, бляха, в ухо. О, а там сверху нельзя посмотреть что-нибудь? Вообще никогда сверху не видно. Да елки, да выпрыгни. Ё-моё, там высоко. Думал сверху посмотреть, что там про такое. Так, вот давай ты будешь спускаться не очень резко, а? Что-то, мать его, было. Я не понял, что. Ага, столбец этот. А, это фонтан, ё-моё. Бляха, я чувствую, сейчас паника начнется. Ох, паника-то. Ё-просто, а это загон. Будь он не ладен, а? И нахрена же я в эту сторону пропошел. Наверх просто подняться. Это я вам хочу сказать просто зашибенно. И здесь завал. Ох ты, ё-моё, вот это загонище из загонов, а? Что делать? Ладно, там ещё какой-то путь был. Я просто сюда за сраной бумажкой зашёл. Тихо.
Тихо, дружочек. Подожди, ты проход-то не прошел еще? Ага. Ох! А можно сделать чуть-чуть посветлее? Бляха, здесь расширяется все. Я там боюсь туда идти, если честно. Тихо, тихо, тихо. Сейчас какая-нибудь параша вылезет. Хоть бы сзади не было, а? О, опять тоннель. Сейчас кто-нибудь выскочит, как заорет. И хрен знает куда, назад, вперед бежать. Звезды? Куда это я вышел? Ох, ребята. Что это? Это грибы. Бляха, куда идти? Куда я пришел? Что здесь происходит? Тихо. Темнота. Жопа какая. Ой. Так, если что, куда-нибудь на нас запрыгнем. Блин, нахрен так. Интересно, здесь можно прятаться? Если что. Ты тихо, дружок. Так. Ну, тихо. Так, вот кристалл я вижу. Че, ты не можешь туда запрыгнуть? Ты что, тупой? Ох, какая же пяндра-то, а? Какая же пяндра? Это что же такое после нас здесь произошло? Это что же за... Да ты что, дебила? Вон дерево. А по дереву можно лазить? Да ладно. Ой, да ладно. А нахрена? Это только... Я не понял. Что такое летают светлячки? Бляха, как я сюда залез? Тихо. Бляха, подожди-ка. Куда идти-то? Опять кристаллы. Так, так, так. Чего-то кристаллов слишком здесь до хрена. Там где куда-то проход идет, туда куда-то проход идет. И что, и куда? Ладно, в тот раз мы налево пошли, там ни хрена не было. Подожди-ка, здесь, подожди, туда проход. Туда проход. И туда проход. Что-то как-то здесь все не радужно, а? Ну, откуда здесь только... Еще сюда чего-то? А, здесь ничего. Фу ты, ёпрасоты-то. Где эти бабайки? Алло? Так, что-то здесь какой-то замкнутый круг, и мне это не нравится. Ох, мне это не нравится, ребята. Ага, тут тоннели-то, оказывается, идут все в одну точку, вот сюда. И это жопа. Так. Чем-то мне эта игра напоминает, блин, так же я ее играл в эту игру, но не прошел. Забыл, как называется, и, блин, она страшная такая же. Так, я не понял. И вроде я здесь был. Или это похожее просто место. Подожди-ка, это чего? Ты, дядька, полегче прыгай. О, еще один тоннель. О, просто это ни хрена здесь тоннели. Да тут заблудиться как два пальца. Так. Ни хрена! Куда пойдем? Сюда? Ох, как бы это роковым бы не было, а, выбором. Кто-нибудь скажет, что нам надо
бежать. Вот мы будем бежать ведь, а? Без оглядки. Далеко будем бежать их, а? Чё? Какого пса? Я не понял. Вот это на жопах как-то. Ты чё, вернулся? Ну как? Тихо, ты хорош. Блять, это не проход. Вот проход. Как я вернулся? Ну ладно. Пойдемте еще раз сходим. Как? Ладно, и подожди. Дайте. Ну, допустим, я ж пойду сюда. Ну, ёпрость, это показалось. Фу ты, сука, тут же так покажется, что мало не покажется, а? Какую-то хрень я сейчас сказал, ну, похер. Так, ладно, туда мы не пойдем. Пойдем туда. Погодь. Сюда нам явно не надо. А никого? Ого! Ты, блин, лестница? Да ну в жопу. О, листок. Так, а судя по тому, что здесь лежит листок, здесь мы не были. Бляха. Ну, бери ты его, ёп. Короче, понятно, что ни хрена не понятно. Ой, ты... Ой, блядь! Куда? Нахуй! Беги! Беги, Томас! Там что-то случилось. Что случилось? Что случилось? Валим отсюда. Ой, там что-то Подожди, а может там что-то отвалилось? Ну, пойдем посмотрим. Бляха. Нахера? Никого? Может там что-то развали? Ой. Да вроде ничего. Непонятно вообще. Ладно. Даже я сюда шел. Блях, опять этот темень. Ёпа высоты. Так, куда идти? О, погоди, куда-то вниз. Подожди, там никого нет. Блять, даже деревья страшные, я подумал, что это щупальца какие. Краба. Ой! Чё? Чё, где? Я панский бог! Ты кто? Чё это было? Сука! Как хорошо, что я запрыгнул! Я услышал страшный звук! Я решил запрыгнуть, я его не видел! Бляха, у меня аж лицо закололо. А что-то трещит, погоди. Ух ты, ебаха колотиха, куда я пришел? Ёу, просто реально, чтобы в это играть, нужно реально вертеть головой налево и направо. Еще такая темень, хрен что разберешь, где там тоннель. Вот он. Хорошо, хоть хотя бы этот звук нас спас. Блять, ребята, чем дальше, тем сыкотнее, а? Где я? Твою мать, да опять! Опять эти сраные катакомбы, а? Что там такое было? Нет никого сзади, я буду периодически оглядываться, потому что... Хрен его знает, что ожидать от этой хрени, а? Так, тихо, чшт, чшт, собаки. Чё? Ребят, я не понимаю этой игры. Что здесь, мать его, происходит? Тихо ты, японский козерог. Так, а что тебе сделать надо? Допустим, мы сбежали от одного. Давайте еще раз пойдем и пойдемте уже по другому пути. Там же было три хода. Так. Нахрен я сразу запрыгнул, ну вдруг что?
О, мухомор, ни хрена. Размерчики мухоморчика. Ой, блядь, беги, придурок! Куда? Ой, ты мать твою! Ой, ты японский козёл! Ого, он устал! Он устал! Ты придурок, беги! Сколько их там? Твою-то дивизию, а? Откуда эта падла появилась? Ух ты, бляха! Ух ты, бляха! А ты прятаться умеешь? Сука! Подожди, там сзади нет никого? Ух ты, падла какая, а? Тихо! Здесь спокойствие только. Я, правда, хочу понять, в чем смысл игры этой. Ну, бегаем мы от этих уродов. Только не появись. Я лучше нахрен запрыгну. И ищи меня, свищи. Где он? Так, все-таки это деревья здесь, мне кажется, неспроста. Ой, блядь, я застрял. Так, нету? Это где? Ты где, красоёб-то, блядь? Залезь ты на это сраное дерево. Ну ты придурок. Гади-ка, может это с деревом что-то связано? Ой, вот это было зря. Ой, зря! Ой, попадос! Прыгайте, пиво! Сейчас кто-нибудь выскочит. Где? Кто? Погоди-ка, что-то с этими деревьями не то. Тихо, тихо! Или это просто можно... Твою мать! Твою мать! Что делать? Ладно, хрен с этими деревьями. Будем считать, что это просто... Что это просто непросто. Так, так, так. Сука, только появись. О, блядь! Сука, я мухомора испугался. Ой, сука, дебил, а? Так, сзади нету? Пошли нахер отсюда. Так, попробуем теперь через центр пройти. Подожди, как здесь центр? Я туда ходил, пошли здесь. Куда? Куда меня, мать его, несет? Запрыгнул. На камень. В рот ему кило печенье, а? Так. Видишь, ну паскуда, а? Что-то там было, нет? Я что, по кругу иду? В чем? Я не понимаю смысла этой игры. Лестница. На лестницу нам мне точно не надо. Подожди, подожди, подожди. Мне показалось что-то. Так, если что, нахрен. Запрыгиваем куда-нибудь. И... Я заблудился, я уже не понимаю, куда хожу. Что надо делать с этими кристаллами? Брать их нельзя. Есть их тоже нельзя. Нюхать можешь, можно. Ой! Ой, вот это я зря. Подожди, а куда мне? Ну, допустим, на лестнице. Допустим. Какая маленькая надежда, что нам на лестнице. Я что, назад иду? О, бляха. А это что за хрень? А я тут был. А я тут был. Запрыгни-ка. Чё здесь? Подожди-ка. Камням, что ли? Да ладно. Так, паскуды нет никакой. Ой, ты чё съехал-то, придурок? Ты прикинь, он съезжает с камня. Так. Что делать? Я не понимаю. Ладно, будем судорожно бродить. Так, нет никого? Никого? Я еще раз спрашиваю. Бля, а нахер здесь так темно? Нахер я здесь кругами хожу? Осмотримся. Пока никого.
стоял в этих кристаллах. Что здесь, если ничего? Дети, блядь, я вообще не... Блядь, он здесь не допрыгивает. Вы придурок-то. Что такое, где? Эти сраные лестницы. Ну ладно, пойдем на лестницу, посмотрим. Может, что-то произошло реально? Где-то ведь что-то обвалилось. Вот нахера я опять сюда пришел. Ой, тормоз-то, а? Тихо, мне показалось, там что-то есть. Куда же идти-то, а? Нет? Слушай, ты придурок. Давай тебя реально здесь нету, а? Нету? Ты что такое? А я здесь был, нет? Так, ну, нахер на дерево. Нету никакой уродины, а? Ты что-то... Что это за такой забаг был? Я на камушке стою. Я стою. Опа, опа, опа. А, это мухомор. Ё-моё, это же глюки. Так. Блях, куда идти? Сюда я ходил. Сюда я ходил. Постой. Куда я пришел? Я оттуда пришел или оттуда? И оттуда. Бляха, вот эта игра, вот это я вообще ни хрена не понимаю. А я оттуда пришел, ёпрасы. Погоди, а там что такое? Что за проход? Камни. Вот какой-то проход. Я вообще уже ни хера здесь не понимаю. Так, тихо. Тихо. Сука, страшно ведь, блядь. Уроды какие-то. Так, куда я ходил? Я туда ходил или туда, я не помню. В какую сторону я в тот раз пошел? Нету? Вот сюда я, по-моему, не ходил. Ой, бляха, не ходил. Или ходил. Куда я? А я назад иду, ё-моё. А может, правда, назад надо идти? Блядь, лестница какая. Вот здесь бы не обосраться бы. О! Листок. Ох, бляха. Ребята, я здесь... Меня тут не было. Меня тут, мать, его не было. Короче, нахуй. Я извиняюсь, конечно. Ох ты, вновь в какую-то жопу мира идёт. Ой, блядь! Ой, блядь! Нахуй! Беги, придурок! Ой, блядь! Кто там? Где? Где эта падла? Ой, блядь! Это что за... Это, сука, нахуй! Вот и падла! Я не хочу! Я туда не хочу! Где он? Где эта тварь? Куда идти-то? Где эта сука, а? Вот это паскуда. Ты здесь? Давай не надо, а? Давай не надо. Там что-то есть. Там что-то есть, я ссу. Ой, ребята, я ссу. А еще было бы не круто совсем. Совсем не круто, если они там по несколько штук могут ходить. Блёх, мы куда-то спускаемся. Какой-то, мать его, а, блядь. Нахрен я вообще сюда... Блядь! Ёбаный насрать! Иди ты нахрен, а! Блядь, с тех пор хрена! Ой, блядь, ты чё дал, блядь? Иди ты нахер, а? Ты где, падла? Эй! А ты бегать не умеешь, надеюсь? Да прикинь, сзади еще появится где-нибудь. Вот это будет жопяндра.
Самая натуральная мать его жопиандра. Блять, сука, у меня рука трясется, блять. Сука, иди нахуй. Что там такое? Где ты, тварь? Как в жопу, а? Куда я приперся, блять? Нахер я вообще сюда приперся? Блять, сука. Бегим! Бегим, блядь, что есть? О! Так, тихо. Ты мне дашь бумажку взять, а? Твою-то медь! Тихо, блядь. Тихо. Я и так ссу, блядь. Как не знаю, кто. Опять стол. Опять, сука, стол. И мне это не очень нравится. Опять столбы, блядь. Да сколько здесь этих столбов? Так, пробегись-ка малость. И валим! Валим, читайте там на паузе, пожалуйста, только, ребята, пожалуйста. Нахер, куда глаза глядят, валим отсюда, я уже ничего не хочу. Никого и ничего. Так, он еще, сука, подустал. Ой, бля. Что-то мне кажется, я зря сюда пришел. Твою мать! Вот это все, это кирдык. Это, ребята, кирдык. Или нет? Или да, бляха-муха! Тебя здесь нет. Тебя не существует. Нахрена я сюда пришел? Куда идти-то, а? Я опять заблудился. Тихо, чищ. Не шестри так, а? А куда я сейчас иду? Назад нет никого? Я назад иду или куда-то еще? Ёпрасы, да тут походу в хреново туча. Ох ты, ё-моё. Это загон. Нет никого. Я здесь шел, нет? Я вообще нихера здесь не понимаю. Сука, а страшно, когда ты мало того страшно, так еще и не понимаешь. Я сюда ходил? Ё, просто тут еще куда-то выход. Или я здесь спускался? Бляха. Сука. Вообще нихера непонятно. Куда идти? Зачем? Почему? Что там такое? Не, я туда прыгать не буду. Не-е-е-е. Только не хрюкай, блядь. Только, сука, не хрюкай. Какой-то прав. Нам туда не надо явно. Сука, пожалуйста, не хрюкай. Ой, блядь! О, а туда можно сигануть. Но я что-то... Подожди-ка. Можно туда сигануть? Но я не хочу. Не хочу. Оу! Расщелина такая. Подожди, зачем мне сюда? Ни хрена тут расщелина. А я не вижу больше другого пути. Так, нет никого сзади. Сзади вроде никого. Пожалуйста, не надо. Я тебя умоляю, падла. Бля, тут еще какой-то проход. Бляха. Да-да-да-да-да-да-да-да! Прыгай, дебилы! А все-таки нахер я сюда приперся-то? Бля, тут надо вообще двигаться на все, я не знаю, сколько градусов. Я тебя умоляю, не поминали. Ну, допустим, вот это место. Кстати, сюда можно запрыгнуть, если что. Эй, хрюкалка, ты где? Блин, скелет. Это ж скелет, он висит. Кровь у него висит. И куда дальше? О, тут еще вниз куда-то можно. Твою дивизию. А нахрена? Бляха. Запрыгни-ка, дружок. На всякий случай, а. Что-то нет никого. Куда это я упрыгал, а? Да прыг! Да, ты олей. Знай это. О, знак же, вылез. Так. А мы
Может попробовать реально сигануть там куда-то? Ох ты, какая заебучая эта игра, нет? Я тебя прошу, пожалуйста, куда-нибудь, придурок! Я ж там куда-то прыгнуть, сигануть хотел. Товарищ, ты где? Лужачек. Что-то я такое видел, куда-то я хотел ускакать. Так, давай, не надо здесь ходить. Здесь я ходил вообще. Вообще непонятно. Что это за блядь? Что такое, где? Не надо! Не надо! Прыгай, дебила! Что там было? Там кто-то визжал. Так, давай-ка нахрен отсюда. Кто там визжал? Кто визжал? Сука, признавайся. Нахрен я вообще сюда запрыгнул. Никого нет. Сука, как же здесь стрёмно, а? Так. Паскудянский, ты где? Ты здесь? Сука. Кто-нибудь есть? Блюха! Куда ты, придурок? А куда это я? О! Что это? Ой, смотри-ка, проход. Куда? Куда это я? Вообще непонятно, ни хрена! Ничего нет. Бляха, что за бред, а? Что это за бред, блядь? Так, погодь. Может, я здесь что-то не увидел? Не услышал? Нам туда надо вообще? Я не пойму. Где-то там я видел, можно так сигануть. А если я туда провалюсь? Давай попробуем. Я просто уже не знаю, давай сиганем туда. Ага! Вот оно так. Сюда даже сигануть-то нельзя. Тихо. Вот куда я хотел сесть. Ты что, придурок? Ты что, даун? Туда сигануть нельзя? Да ну нахрен. Не, нельзя, ты прикалишь. Где-то... Блядь, паскуда, а? Что-то жужжит. Ой, блядь, ты придурок! Ой, бляха, вот это жопа, я вам хочу сказать. Такая жопяндра! Ребята, мне кажется, здесь пора заканчивать, я не понимаю этой игры. Подожди. А здесь что? Да заебтёсь. Я хочу встретить его. И посмотреть, что это сука будет делать. Ну, выходи. О, вытрусь. Голова как яйцо. Приколись. Он сиганул туда и стоял в воздухе. О! Прикинь, я стою на воздухе. Ё-моё. А там что-то горит внизу. Ты что, нельзя туда спуститься, не? Не? Как он стоит в воздухе? Бляха, да что за бред? Я пришел сюда. Нашел он туда. Нашел какой-то странный скелет. Блин. Ну, нашел я скелет. Дальше что? Может, по дереву? Совет-то. Ты не шути со мной, ты. А! Упал. Упала шляпа. Не надо плакать. Ты японский бог, а может что-то нажать надо? О, кирку! Кирку можно? Чего? Ничего? Ёпрасы! Ой,
я тут пиздень, а? Эй, блядь. Что за хуйня? Эй, алло. Где я? Там свет какой-то. О, блядь. Ну ты нахер. Беги. Куда бежать-то, блядь? Блядь. Сука, я не знаю, куда бежать. На свет беги. Ой, блядь, темень-то какая, ёпарь, сетейка. Беги, придурок. Ой, блядь. Это жопа. Прыгай. Куда ты, мудак? Блядь, что происходит? Ебать, а куда свет-то делся? Я вообще по наитию хожу. Бля, постой, а куда? Эй, алло, где свет-то, алло? Подожди-ка. Чё, блядь? Подожди, это я возвращаюсь. Куда пропал свет, алло? Ты чё, придурок? Куда я иду, я не понимаю, погодь. Погодь, во. Ну давай спустимся вниз. Я там убежал куда-то. А чё со светом, блядь? Что случилось, ребята, со светом? Может, я в страхе там свет где-то профукал? Блядь, иди ты куда-нибудь-то, а? Ну что, назад не можешь вернуться, ты идиот? Тихо. Может, здесь надо было взять свет? Наверное. Я не знаю. Какие-то доски. И чё? О, тихо. Блядь. Ты чё? Ой, японский козерог-то. Ой, блядь, сука, идиоты, блядь. Я думал, я убежать смогу. Я ведь смог бы. Ну, это полный пиздец. Короче, ребята, давайте-ка здесь закончим. Это был Live After Us или Us. Кто его знает, Fading Light. Fading Light у нас появится сумерки. Да вот тебе воплощение таким сумеркам. Давайте здесь закончим. С вами был Джебисфир. Всем спасибо и всем пока.